Всем привет, с вами Сергей. И в данном видео я хочу вам рассказать про телефоны, про смартфоны компании Asus, которая совместно с корпорацией Axis производит телефоны. Причем полноценные, в отличие от того, что вы увидите сейчас. Я вам покажу сравнение с тем, что продается на прилавках магазинов, и покажу, как сделать правильно апгрейд старого телефона на новый телефон. Итак. По порядку. Значит, смотрите. Вы зашли на официальный сайт axis.com. Чтобы поменять язык, поменяйте на русский. Дальше. Зашли на себя. Залогинились, естественно, если вы еще не зарегистрировались. Ссылочка под видео будет на регистрацию. И спросите у того человека, который вам дал это видео, как зарегистрироваться. Итак, чтобы сделать апгрейд, смотрите, какие условия. Мы собираемся предложить апгрейд-сервис для тех, кто приобрел телефон планшет серии сигнатуры или iPhone 2, iPhone Attable серии 1.0. То есть это телефоны 2-3-летней давности. Производство компании Asus под брендом Access. Уже сейчас вы можете сделать апгрейд до iPhone 2.0 плюс всего за $100. На данную покупку комиссия выплачиваться не будет. Мы вышлем вам новый iPhone 2.0 плюс 5,7 дюймов всего за $100. Стоимость доставки уже включена. О чем это говорит? Это говорит о том, что у вас остается старый телефон, и плюс компания присылает абсолютно новую модель телефона, и у вас вот на руках два телефона за очень дешево. Спешите, так как количество ограничено. Апгрейд телефона за $100 начинается с 24 марта до 30 апреля. Сегодня у нас 22 марта, то есть с 24 марта как раз начинается апгрейд. Через 2 дня. И продлится до 30 апреля. Если вы приобрели более одного устройства серии сигнатуры или серии 1.0, вы можете сделать апгрейд на каждое из устройств. Если вы сделали апгрейд до iPhone 2.0 или Table 2.0 старого устройства, то повторный апгрейд до iPhone 2.0 Plus невозможен. Давайте посмотрим характеристики вот этого самого iPhone 2.0 Plus и как эта модель называется в России и насколько она сравнима с тем, что продает компания Axis, либо то, что продается в России. Насколько это выгодно? Выгодно ли вообще? Значит, смотрите. Эта модель телефона, она находится... То есть, как я сюда попал? То есть, с официального сайта вы переходите на вот это, по вот этой кнопочке mobile.net, кликаете, откроется вот эта страничка, где представлена техника. Техника производства компании... Больше, конечно, здесь произведено компания Asus. Asus является официальным партнером Axis, они очень плотно сотрудничают. И только здесь вы можете найти полноценный Asus телефон, либо планшет. В России эти телефоны, естественно, не поставляются в полноценные комплектации. Давайте рассмотрим на примере телефона. Нажимаю на телефон. Сейчас он загрузится. Итак, характеристики. Значит, корпус металлический. Характеристики здесь: оперативная память 6 гигов, поддержка microSD-карт до 2 терабайт. В России, нет, к сожалению, не, я так и не увидел ни в Евросети, ни в Связном, ни где бы то ни было, ни одного телефона с поддержкой до 2 терабайт. Нету. То есть сегодня 18-й год, март месяц, нет ни одного телефона с поддержкой до 2 терабайт. А в Axis он продается. Если зайти на официальный сайт компании Asus, тут видите, то есть это Asus все-таки, а не какая-то подделка. И на официальном сайте эта модель телефона называется Zenfone 3 Deluxe ZS570KL. На сегодняшний день, конечно, эта модель снимается с производства, поэтому идет и распродажа. Опять-таки, по характеристикам давайте сравним, насколько они актуальны на сегодняшний день. Внутренняя память 64 гигабайта и либо 256 гигабайт. 32 гигабайта на сегодня далеко уже не актуально. Поддержка до 2 терабайт.
Это то, что предлагает компания Asus. Если зайти, допустим, на всем известный магазин NVIDIA, то этот телефон вы увидите за 49 990 рублей. Вы корпорации Exynos, вы этот телефон купите, конечно, дешевле, чем за эту сумму денег. Я вам сейчас покажу, сколько он стоит. А он стоит $650. Причем по характеристикам своим он будет превышать то, что продается в России. Так, в рублях это получается $37 и плюс там доставка $5 всего лишь. Причем доставят вам прямо с завода. И вот сравните, 37 тысяч рублей и 49 тысяч рублей в NVIDIA. То есть разница есть. Теперь давайте посмотрим разницу в их характеристиках. А характеристики следующие. Они очень сильно отличаются в худшую сторону. Так, значит, смотрите, оперативной памяти, то, что продается в России, 4 гигабайта. И максимальная емкость карты памяти 128 гигабайт. 128 гигабайт и 4 гигабайта оперативки, да? Что нам предлагает компания Asus через Access? Она нам предлагает следующее. Поддержка карты памяти до 2 терабайт. Не до 128, как в NVIDIA задороже, а до 2 терабайт. Это существенно. Дальше. Оперативная память сразу включена на 6 гигов. То есть здесь вы можете приобрести полноценную технику Asus, а не то, что вам предлагают задорого в России. Дальше. Что я еще заметил из того, что продают в России? В России продают еще подделки с одной сим-картой. То есть если здесь телефон поддерживает две сим-карты, причем, смотрите, разблокировано во всех странах. Поддержка 2 сим-карты с технологией Dual Standby. Совместимость с большим количеством операторов. То есть они сразу разблокировали на все страны. Вы получаете этот телефон, ездите по всему земному шару, и у вас все операторы поддерживаются. Если вы придете и купите телефон в России, то, возможно, у вас будут проблемы, когда вы будете пересекать границу в путешествиях. Дальше. Быстрая зарядка, Quick Charge. Что она дает? Она дает возможность очень быстро заряжать. То есть вы включили телефон в зарядку, 5 минут зарядилось, вы уже 2 часа можете спокойно общаться по телефону. Без всяких проблем. Подержали полчасика, ваш телефон полностью зарядился. То есть это шикарно. Мой старенький телефон, ну что у меня, компания Lenovo, заряжается 3 часа для сравнения. То есть это очень долго. Так, что еще это такого особенного? Особенного здесь камера 23 мегапикселя задняя, это очень много, и 8 мегапикселей передняя камера. Ну, для сравнения, у iPhone, там, Samsung, камера задняя, конечно, не 12 мегапикселей, а в 2 раза меньше на сегодняшний день. Так, и как выглядит подделка? В подделке я тоже нашел на российском рынке подделочку. Подделочка стоит дешево, конечно, и подделка отличается тем, что количество сим-карт одна. То есть две сим-карты не поддерживаются, это в подделке. Поэтому это будет дешево. Нормальный телефон, конечно, стоит дороже. То есть фактически у нас получается вот эта цена за $650, это будет средняя цена с полными характеристиками, по сравнению с ценами, которые есть в России. Я вам показал потолок. Потолок у нас получается от 49 тысяч рублей с обрезанной версии до 27 тысяч за подделку. То есть то, что вы можете найти в России. Теперь дальше. Как же сделать апгрейд и как приобрести данный телефон? Для этого вы переходите на официальный сайт, залогинились вот здесь, вот там у вас будет вход, введите свой ID, пароль. Дальше кликаете сюда, кликаете раздел вот этот «Продукты», у вас откроется магазин. Так, магазин, где магазин-то? Давайте я кликну «Продукты».
Так, кликнули. Значит, здесь открывается магазин компании Access, где вы можете приобрести любые продукты. Это будут физические, либо это цифровые. Продуктов очень много. Значит, в данном случае можно вот так вниз пролистать. Вы видите, допустим, вот умные часы. А, вот они, умные часы. Вот у меня на руке. Вот они. Вот здесь. Они уже, конечно, это мужские, это проданные, да? Есть чужинские. Так. Итак, вам нужно сделать апгрейд. Допустим, вы когда-то приобретали здесь телефон, сигнатура, либо планшет. И у вас будет вот такая кнопочка. Вот здесь вот. Здесь, конечно, будет показать детали. А если бы я когда-то приобретал, у меня бы была вот такая кнопочка «Вы корзину». С другой стороны, вполне возможно, то, что сегодня еще продажи нету, то есть с 24 числа, то есть это с субботы, начнется возможность сделать апгрейд старых телефонов и планшетов на новые. Поэтому я вам показываю заранее. То есть вот здесь будут у меня сейчас детали. А когда появится возможность, появится вот эта кнопочка «Вы корзину». Итак, вы выбрали, что вы хотите. Либо это будет ваш телефон, либо это будет ваш планшет. И вот здесь нажмете «Вы в корзину» и «Оплатить». Дальше. Если вы еще ничто не приобретали в компании Access, я вам рекомендую все-таки приобрести, потому что в дальнейшем вполне возможно то, что будут новые акции вот такие, и вы старую свою технику просто оставите себе, доплатите небольшую сумму денег, вам привезут новую технику. Это главный такой козырь, когда вы фактически за очень дешево получаете новую технику. Значит, вот смотрите, как можно еще зайти. То есть вот здесь каталог, MobileNet, открываем мобильное устройство. Кликаем на мобильное устройство. Так, что-то интернет долго тупит у меня сегодня. Здесь вы можете подробно прочитать про телефоны, про планшеты, аудиотехника и так далее. Допустим, вы выбрали телефон iPhone 2.0 Plus 5.7 смартфон золотого цвета. Кликайте. Здесь читаете характеристики. Характеристики я вам уже все говорил. То есть это камера 23 мегапикселя задняя, передняя 8 мегапикселей. Это поддержка 2 сим-карты с технологией Dual Standby LTE, разблокирована во всех странах. Это 64 гигабайта встроенной памяти, плюс поддержка сменных карт microSD до 2 терабайт. В России всего до 256 гигабайт любой телефон вы можете приобрести. Это будет iPhone, там, Samsung, LG и так далее. Просто больше не поддерживают, не продают. Так. Здесь по умолчанию идет Android 6.0. Когда вы приобретаете этот телефон, там будет функция обновить, сделать апгрейд и сделайте апгрейд до семерки. Для того, чтобы приобрести, с правой стороны вы видите кнопочку «В корзину». Нажимаете вот так кнопочку «В корзину». С правой стороны вы видите кнопочку «Корзина». У меня тут два продукта. Нажимаем. Стоимость доставки видели там $5. Так, вот так сделаем. Так. И вот здесь у вас будет продолжить покупки, либо оформить заказ. Нажимаю оформить заказ. Открывается страница с оформлением заказа. С правой стороны ваш заказ будет указан. Конкретно смотрите, за что вы оплачиваете. То есть ваша выбранная техника. Стоимость доставки $5. Это недорого, чтобы получить посылку из-за границы напрямую с завода. Итого $655. То есть все равно в любом случае это выйдет дешевле, чем пойти в MVideo и купить телефон с худшими характеристиками, но дороже примерно на 12 тысяч рублей.
Согласитесь, это все-таки лучший вариант. Так, для того, чтобы оформить заказ, заполняете свои данные вот здесь. Пишите правильно номер телефона, потому что по указанному номеру телефона вам позвонит курьер и будет уточнять адрес и время доставки. Вот, например, вот эти часы мне доставлял курьер. Позвонил, уточнил, дома ли я или нет. Я говорю, приезжайте, и в течение часа мне доставили вот эти умные часы. Так, дальше. Способ оплаты. Выбираете, это может быть кредитная карта, это может быть e-wallet, это может быть UnionPay, Alipay. А также это могут быть внутренние деньги, если вы являетесь партнером и зарабатываете здесь деньги. Для того, чтобы оплачивать деньгами, конечно, надо перейти в расширенный кабинет. В расширенный кабинет вы заходите следующим образом, кликаете на себя, и вот здесь появляется вот эта кнопочка «Access Marketing». Кликаете на эту кнопочку. Далее выполняете те условия, которые характерны для партнеров, и получаете доступ в расширенный кабинет. Здесь купить продукт, пакеты для консультантов. Здесь магазин такой же открывается. Выбираете MobileNet, мобильное устройство. И вот они, наши мобильные устройства. Вот, допустим, смартфон. Разработан с Asus, да? Он стоит $650. Нажимаете вот эту кнопочку в корзину. Так, выбираете, допустим, вот видите, iCash баланс, там Alipay, кредит карты, wallet и так далее. То есть здесь я уже могу оплатить с помощью iCash баланс. То есть это наши внутренние деньги. iCash баланс у меня сейчас $228 заработанные деньги. Правильно укажите, естественно, адрес доставки. Здесь введите свой пароль от входа в личный кабинет. И нажимаете «Купить». Так, где эта корзина? Если вы зашли через магазин, через вот этот продукты, то есть как клиент, значит, продолжаем дальше оплату. То есть вводите данные по своей карточке, если оплачиваете кредитной карточкой, и нажимаете вот эту кнопочку «Продолжить», «Посмотреть» и «Продолжить». На следующем шаге вам покажут все ваши внесенные данные, и если все правильно, нажимаете «Подтвердить». И с вашего карточки списываются ваши деньги, и таким образом совершается покупка. После этого компания заказывает сборку телефона на заводе Asus, и вам доставят домой свежесобранный телефон. Понравилось видео? Ставьте лайки, пишите комментарии, как зарегистрироваться. Обратитесь к человеку, давшего это видео. С вами был Сергей. До скорых встреч. Всем пока.